Привет, с вами Питер Гриффин, вы смотрите... На нашем канале ваше любимое шоу в их природной первозданности. Срочная новость. Беглый преступник Бобби Брикс по прозвищу Рубашка, известный тем, что все преступления совершает в рубашках, пойман после 15 лет розыска. Боже, поверить не могу. Наконец-то эту сволочь Брикса поймали. Ты его знаешь? Еще как знаю. Бобби Брикс посадил меня на эту коляску. Вот, возьми мой платок. Он холодный и мокрый. Да, это же мой платок. Я весь день в него сморкался. Дело было в 96-м. Брикс тогда был одним из крупнейших торговцев героином на востоке Провиденса. Бобби Брикс, ты знаешь толк в героине. Сколько тут героина, Бобби Брикс? Как-то ты странно говоришь. У тебя что, микрофон? Убьешь копа, сядешь на всю жизнь. Тогда быть тебе до конца дней калекой при жене с противным голосом. Он видел Бонни. Повторяем срочную новость. Бобби Брикс, недавно пойманный после долгих поисков, сбежал из-под стражи. Его нынешнее местонахождение неизвестно. Первым новость о побеге Брикса сообщил канал Телемундо. Представляете? Эскейпо! 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 Бегству Брикса способствовал день открытых дверей в тюрьме. И теперь будущее этого мероприятия под вопросом. Нет! Нет! Шеф, я хочу, чтобы вы поручили мне розыск Брикса. Исключено. Бросьте, шеф! Я знаю Брикса как облупленного! Только я могу его поймать! Нет, Сонсон, у тебя другая задача. Ты ловишь парня, который трется задом о прилавок Данкин Донатс. Что хотите? Не запрещено, не запрещено, назови закон, не запрещено. Слушай, Джо, я знаю, ты расстроен из-за Брикса, поэтому я испек тебе тортомордика. Смешной, правда? Смотри, какой чудной нос. А по-моему, у тебя нос чудной. Займись его поимкой сам. Нарушить полицейский устав. А мы с Квагмайером готовы тебе помочь. Питер, я просил не подписывать меня на всякую херню. Ладно, за дело! В таком деле вам не обойтись без того, кто умеет классно маскироваться. Кто говорит? Я бы пошел с вами, но не могу. Завтра я должен быть столом для подарков на бармицве. В досье ФБР сказано, что Брикс много лет поддерживает отношения со стриптизершей по имени Таня. По данным налоговой, она сейчас работает в стрип-клубе Атлантик-Сити. Вот наш первый адрес. А в этом клубе можно трогать руками? Я не знаю, Питер, может быть. Так, это хорошо. Надо взять мои модные джинсы. Лоис, спасибо, что присмотришь за принчипесой, пока мы в отъезде. Просто скажи, что с ней делать, Глен. Прежде всего, у нее очень активный кишечник. Детских салфеток не жалей. Подтирай спереди назад, как себе. Иначе загонишь фекалии ей в гениталии. А еще она очень застенчивая, поэтому гладить ее надо так. Медленно. Сколько тайн в тебе сокрыто. Квагмайер, хватит, поехали. Эй, ребята, сейчас смотрите на лицо Лоис. Приберись, идиотка! Вы только гляньте, что за ерунда кругом. Вот взрослый мужик торгует лимонадом. А с этого китайского ресторанчика не сняли вывеску автосервиса. Ну и бардак. Уверен, отцы-основатели очень разочаровались бы, увидев, что стало с их страной. Ну, она и при них была не идеальна. И посему я говорю вам, сыны свободы, довольно свободным людям жить под гнетом огромных хищных птиц. Что тут происходит? Ничего, жалуемся на британцев. Ну-ка, живо высиживать яйца. Квагмайер, а ты уже бывал в Атлантик-Сити? Однажды, лет 20 назад. А что? Отлично, 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 отлично! Потанцуешь? Конечно. Мне нужна информация. Меня совратил отец. Это я знаю. Мне нужна инфа другого рода. Расскажи-ка мне, где найти Бобби Брикса. Ну ты же знаешь, мне нельзя рассказывать личную информацию о клиентах. Что ж, применю вулканское чтение мыслей класса В. Его адрес 2820 бульвар Оушен напротив парка, квартира 2. Умничка! А теперь плюнь себе в рот. Должен сказать, кошки гораздо лучше собак. Ну, это слишком громко сказано. Кошки всегда приземляются на лапы. Смотри. Ну и что, подумаешь? Собаки тоже так умеют. Так, давай, точно так же брось меня. Господи! Ай, моя шея! Боже мой, Брайан! Не трогай меня, не трогай! Позови еще кого-нибудь! Нужны носилки, такие, знаешь, на которых носят футболистов. Ау!
Черт, это Лоис. Не отвечу, бьет. Привет, милая. Да, все отлично. Конечно, скучаю. Как это в магазине кончилась петрушка? Возмущен не меньше, чем ты. Черт, нам не перебраться. Паучок, перебросишь нас на своей паутине? Нет, не переброшу. Я человек-паук, а не паучок. А я слышал, тебя называли паучком. Да, близкие друзья. Вот тебя как звать? Питер. Эй, Пити, подсоби ко мне. Как-то неприятно. То-то же. Ты жирное чмо, а я охуенный человек-паук. Приятны мне твои слова? Берегись! Ох, слава богу, полиция. Отлично! Ребята, вы еще догоните Брикса! Он поехал туда! Вы задержаны за вмешательство в полицейское расследование. Что? Да, какого черта? Вы бы лучше настоящих преступников ловили. Например, белых парней с выкидухами из фильмов и сериалов, которые говорят так, как никто не говорит. Тише, мама. Отдай мне эту сумочку, и все будет круто, втыкаешь? Этот гад драпанул, как Южная Америка. Что-то черных тут много. Эй, чел, ты куда? Ща вернусь, я быстро. Туда и обратно. Джо, поднеси свои наручники к моей ширинке. Это что такое? Швейцарский армейский член. Питер? Твои из металла покрепче. Придется задействовать член-ацетиленовую горелку. Не смотрите на сварку. Из-за моих вен заболеваний она горит ярче. Я же сказал, обыщи член этого парня! Да ты так про всех говоришь! Эй, вы без формы. Вы полицейские? А вы полицейские? Они знают, что мы не полицейские! Так, ребята, следующий рейс в Эль-Пасо через 40 минут. Брикс нас опережает, может, он уже там? Нет, он не сунется в аэропорт. Тут много полиции, камер, охранных систем. Ну не знаю, Джо, охрана не всегда на высоте. В прошлый раз самолет, на котором я летел, спидорасили. Самолет полетит в Майами! Мяу. Мур. Мур. Думал, ты спишь. Нет, не сплю. Дурацкий кошак! Черт, как солнце припекает. Эй, у меня идея. Давайте сделаем на асфальте обожженных ангелов. Ай-ай-ай-ай-ай-ай! Ожог второй степени, ожог по первой! Ну кто там у тебя, Куагмайр? Не Брикс? Нет, не он. Так пропускай, в чем заминка? Сомбреро, маракасы, глиняные винни-пухи. Не проезжайте мимо! В Мексике вы этого добра не найдете. Быстрее, что там за возня? Брикс! Больше ты никуда не убежишь, сволочь. Прошу, не убивай меня! Я не женат! У меня жизнь праздник! Этого момента я ждал 15 лет, Брикс. В общем, я тебя не убью. Я не животное, как ты. А что ты сделаешь? Арестуешь меня? Нет, я коллег не арестовываю. Боже, это было так классно! Я все видел! Ты такой... А Брикс такой... А потом ты такой... А ноги Брикса так... Черт, он умер! Наверное, истек кровью! Видимо, я попал ему в бедренную артерию! Просто сбросим его в Мексику. Ребята, вы помогли мне поставить точку в важном для меня деле, и я чувствую себя другим человеком, будто переродился. Джо, у тебя из-под штанов течет кровь. Да, у меня в реке лопнула яичко.